В Анапе продолжаются всероссийские соревнования по велоспорту «Шоссе» среди юношей. В эти выходные на старт выйдут более 200 сильнейших велосипедистов. 9 апреля состоится первенство России. Старт в 11:00 от хутора Куматырь, далее Натухаевская, Гастагаевская. 10 апреля пройдут всероссийские соревнования. Юноши преодолеют маршрут Чембурка, Гастагаевская, Варениковская, Гастагаевская. Управление по физической культуре и спорту обращает внимание жителей и гостей курорта, что 9 и 10 апреля на местах проведения гонок будет частично ограничено движение автотранспорта. Приходите поддержать наших спортсменов.